Сегодня в Департаменте транспорта Красноярска презентовали новую версию сайта, который позволяет отследить передвижение городских автобусов, троллейбусов и трамваев онлайн. На сайте можно узнать время прибытия автобуса на остановку, проследить весь маршрут его движения и даже узнать, на чем можно уехать с этой или с той или иной улицы города. При составлении прогноза прибытия общественного транспорта на остановке умная система будет учитывать и заторы на дорогах. Сейчас сайт работает в тестовом режиме, но к концу года его планируют запустить полностью. В планах создать и мобильную версию. Вплоть до того, что можно даже будет спланировать и свою поездку, и я думаю, что с таким точностью этого прогноза можно будет даже спланировать выход свой из дома, не выходить там за полчаса, а получив прогноз прибытия транспортного средства на остановочный пункт, уже спланировать, когда можно выйти на остановку.